Террористический акт в Волгограде, я думаю, к сожалению, будет только опять очередной первой ласточкой и будет иметь продолжение в ближайшее время. Это связано с тем, что люди, которые являются врагами России, поменяли свои некие ориентиры. Если раньше они делали ставку на либералов, как на основной фактор дестабилизации в обществе, то теперь ставка делается на национализм. И ради разжигания национализма будут различные методы использоваться. Правой рукой будут подогревать русских националистов, левой рукой кавказских националистов, чтобы они боролись друг с другом на радость тем людям, которые где-то там за границей сидят и мечтают о том, чтобы здесь была гражданская война. И, конечно, они будут использовать разные методы и всевозможные провокации вроде Бирюлевской, и теракты в Волгограде, и многое другое.